Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я еду на заявку по ремонту стиральных машин. Я занимаюсь этим уже на протяжении где-то лет 7. Часто люди спрашивают, интересуются, как, чем можно чистить стиральную машину изнутри. Вот запах, как убрать, устранить запах в стиральной машине. И какой в таком случае мой совет? Мой совет в этом отношении заключается в следующем. Значит, если машинка является, скажем, более-менее так уже, не то чтобы старенькой, то есть она может быть хорошая немецкая машинка, то тогда можно смело использовать некоторые там кислоты для того, чтобы почистить машинку изнутри, чтобы убрать запах плохой, зловонный, чтобы там почистить от грибка и плесени и так далее. Вот можно использовать, скажем, уксусную кислоту, лимонную кислоту. Некоторые это используют. Но я бы посоветовал в этом отношении не переусердствовать, потому что это все дело влияет на сальники, на резину, на манжет, как дверной, так и который защищает подшипники. Поэтому, конечно, вот это является агрессивными методами. Эти кислоты, это все, это может быть даже разъедает некоторые участки стиральной машины, некоторые детали. Но если вы хотите, ну, более так, не агрессивный метод, более такой простой метод, и может быть он как раз самый актуальный, самый, на мой взгляд, самый даже дешевый, это просто во время стирки. Вот некоторые используют колгон, но колгон, это скажу вам, как бы, ну, наверное, для вас это тоже не секрет, это просто рекламный был трюк, колгон. Люди решили продать вот свой порошок, вот этот колгон, а он фактически приносит мало пользы. Никакой пользы. Я вот разбирал стиральные машины после использования человеком колгона, и, в общем-то, и налет на тене, и налет внутри бака также сохраняется и не был удален. Значит, все очень сильно влияет от качества воды, от качества порошка. Поэтому старайтесь использовать по возможности, если уже нет возможности использовать хорошую воду для стирки, то специальные размягчители воды, которые на самом деле помогут и для стирки, помогут и почистить машинку изнутри от запаха и так далее. Ну, некоторые рекомендую некоторым помещать прямо в ваш порошок, который вы пользуетесь, ложку соды, столовую ложку соды. И ложка, как бы, она сода, она размягчает, во-первых, воду. Ну и вы, если знаете, если вы вот смотрели еще некоторые видео про соду, она даже в организме делает хорошую чистку. Ну, в стиральной машине она также размягчает воду, и она также убивает грибок, она также убивает плесень, кандиду. Если вы вот смотрели там видео с Симончини, он лечил людей соды, и он открыл как бы секрет рака, это кандида. Но это не об этом сейчас тема, просто вот то, что сода на самом деле помогает от, ну, убивает там некоторый запах в стиральной машине, то есть плесень, грибок и так далее. Вот, ну, мы используем также, я дома использую качественный хороший порошок, безфосфатный, и очень сильно размягчает воду за счет содержания в нем цеолитов. Это на основе кремния. И вот именно вот это, оно тоже очень хорошо помогает, хорошо делает чистку в стиральной машине. Ну, кого эта фирма как бы заинтересует, сейчас как многие просто говорят, что я рекламирую, я раньше делал это видео, ну, это не реклама, это рекомендация просто.
кого действительно заинтересует, что за порошок, можете обращаться, я напишу. Вот такие вот методы, которые я бы рекомендовал. Ну, то есть, вот некоторые могут там сказать вам, что смело можете использовать там ложку уксусной кислоты, ложку кислоты или там бутылку кислоты этой уксусной эссенции, либо ложку лимонной кислоты. Не совсем правильно. Сказал бы даже, что это неправильно вовсе. Там, если вы использовали один раз там или два, ничего страшного, там раз в год, может быть, не принесет никакого вреда. Ну а так может быть даже какая-то проблема из-за этого возникнет. Так что нужно быть осторожным. Вот такие вот мои советы. Всего вам доброго!